Приветствую вас на моем канале разборов телепередач, психологических обзоров от Оксаны Гетман. Сейчас я вам расскажу, как Ксения Мишина объясняет, почему она выбрала именно Александра. А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше, все-таки Леша или Саша. Конечно, закончилась только телевизионная часть истории. Жизнь продолжается, и для меня это всего лишь... Так много споров о том, каким должен был быть мой выбор, сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежда на будущее, страхи или доверие, решать только мне. Главный вывод, который мне подарила... А вы мне напишите в комментариях, какой холостяк вам нравился больше всего, Саша или Леша. Тот, кто может компенсировать недостающее, нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!